Всем привет! Сегодня занимаюсь уборкой внутри домика. Шторы стираем, моем окна, пыль, стены, все это убираем. Подвешиваешь шторки. Ты идешь тоже шторы подвешивать. Да эти мухи. Уборку сделали, теперь шторки чистые. Цепляем. Так, Тима, подай сторину. А, Тим, подай сторину. Тимохин, подай шторку. Вот здравствуйте, для тебя шторы постелили чистые. Все любишь чистое. Дима, как это называется? Это называется? Дрынди-дрынди-балалайка. Чистую подушечку, и будет замечательно. И вообще, вообще. Thank you.
Все. Чистоту, порядок навели. Еще на второй этаж я шторку подвижу. И все. Сейчас у нас уже вечер, и я хочу опрыскать борной кислотой все растения. Помидоры, баклажаны, перцы, огурчики. Я борной кислотой пользуюсь уже несколько лет. Результат хороший, высокий урожай. Борная кислота для развития плодоношения растений и для получения высокого урожая. Пакетик 10 граммов. Я развожу 5 граммов на 10 литров воды. В теплой воде вот так перемешиваю. Я опрыскиваю в период цветения, в период ботанизации и плодоношения. 3 раза можно за сезон. Бор для растений необходим в период всего развития растения. Вот так. Так что пойду сейчас опрыскаю. Все, пошла заниматься дальше делами. Вечерок уже у нас. Решили прогуляться, где находится дача. Ходим, заглядываем в огороды. Такие вот дачки. Однотипные, так вот, похожие друг на дружку. Не знаю, с каких времен эти дачи. Проходики узкие, только можно проехать машину. И все. Видите, тынки туда. Хотя здесь есть даже частные дома. Так, это уже следующий переулок. Но здесь дачные участки не очень большие. В основном 4 сотки. Но есть, может, и больше, не знаю. Птички поют, воздух чистый, свежий. Потому что здесь все как бы бор кругом. Так, заворачиваем. Вы видите, тут заборы красивые. Ну, в общем, как-то вот так выглядит. Домики небольшие, разные, а переулки все одинаковые. Неприлично снимать в оградах чужих, но как-то вот, вот так. Видите, тоже придумывают, всяко обустраивают свои дачные участки. Это что такое за дерево цветет? Это, наверное, рябина, что ли? Или... Нет, не рябина. Не знаю, красиво. Люди отдыхают, выходной день. Много очень в этом году людей на дачах. 2 года назад такого не было. Как-то тишина была, а сейчас прям вообще много. Цветочки, цветочки. Ну ладно, сейчас что-нибудь интересное, если увидим, но так все одинаково. Так, в общем, куда-то зашли в какие-то дебри. Чего тут есть? Там дальше, по правой стороне, тоже дач очень-очень много. Хотелось просто пока... А, вот видно будет сейчас. Вон, видите, как домики. Как будто как в котловане находится там вот внизу. Ну, на той стороне я не была. Ну, много всего. Вот так. Ну, все, дальше туда уже не пойдем. Там уже так, понятно.
Все, разворачиваемся и ближе уже к дому, к своей дачке. Вот заглянем в огород, видите, как, не знаю, покажется, вот это вот побольше участок, может, соток 6, не знаю. Ну, тоже все в деревьях, вишни, смородина. Вот, ну, правда, участочки прям малепусенькие, друг на друга налепленные вот в этом садоводстве. Тут уже дома, видать, здесь живут. Видите, как близко, смотрите, настроено дым-дым-дым. Мне кажется, там даже развернуться невозможно. Ну все, вот это конторка садоводческая, тут бухгалтерия. Ну вот, мы уже и дома небольшой кружочек так сделали. И все. Проходи. Я думаю, вы уже видели мой участок весь, знаете, где что растет и находится. Так что вот так. Все.